Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive. Пока у нас там выходит новое обновление на Jurassic World Evolution, мы продолжаем создавать своих новых гибридов, которых еще, ой, как не скоро добавят, если вообще добавят Jurassic World The Game и в Jurassic World Evolution. Все может быть. Так, ну и мы наконец-то доходим до Триастроникса, или как там сейчас, давайте прочитаем, да. Триастроникс, вот такое вот у нас существо. Правда, чей это гибрид пока не видно. Но сейчас мы это посмотрим. Вот такое вот у нас, ребятки, лютое существо, которое напоминает скул, как это там, существо с этого, с острова Черепа. В общем, такой, да, суровый, короче, зверь по внешнему виду. Так, жизни не особо много. Ух ты, что это за прикол такой? Какой-то глюк. Так, давайте смотреть. Для этого нам нужен эпический барионикс и постиметродон. Давайте скорость 120. Неплохая скорость, как для хищника. Так, ну, жизни немного, да. То есть, в общем-то, скорость у нас обычно напрямую зависит от жизни. Мало жизни, много скорости. Мало скорости, много жизни. Шанс крита 20, урон неплохой, но маловато, конечно, жизни. Что у нас есть за удары? То есть сквозь броню 50% к урону, 30% к криту на 3 хода. На следующих 3 хода, то есть это типа без удара получается, да? Без урона. Потом есть снятие щитов, двойной урон. И 50% к урону с одинарным уроном. Так, и иммунитет. У него есть иммунитет. Триастроникс великолепно обезоруживает своих врагов благодаря скорости и силе. Он невероятно хороший охотник. У нас, кстати, есть место, где его можно опробовать. Так, и что нам тут насыпали? Ну, короче, ничего толкового нам не насыпали, ребята. Так, ну, мы можем его взять сейчас в команду, конечно же, и протестировать. Допустим, вот вместо тебя. Но он всего лишь 16 левел, конечно, это маловато. Может, его сразу как бы качнуть на один уровень. Короче, ребята, от греха подальше я перезапустил игру. Давайте, кстати, вот мы поклацаем. Давай, рычи. Чудище из острова Черепа. Так, ну 15 штук на 17 левел. За два раза, кстати, мне повезло. 50 и 60 было, представляете себе? Вот, быстренько, короче, мы тут качнулись. Но жизни у него, конечно, жутко мало. Я его в команду включил, так что давайте сейчас пойдем его будем тестировать. Так, есть такие вот две башни, посмотрим, насколько он хорош, достоин ли он того, чтобы пойти в нашу вторую башню. Так, вот такая вот у меня команда сейчас. Ну, будем сейчас, естественно, по нашей традиции, будем стараться всех троих пробить одним. Но это вряд ли получится, потому что у него слишком мало жизни. Он может неплохо, может там один на один, короче, решать. Так, ну вот горгозавр сквозь щит, сквозь щит, сквозь щит. Вот эта вот штука, короче, ни черта нам не дает, да? Он просто себя усилил, укусил. Сейчас ему прилетит, дай бог, чтобы не на всю жизнь. Так, ну, следующего противника, думаю, мы пробьем, но третьего точно нет. Ну, он довольно крупный, то есть он чуточку там уступает этим всяким торбозавроидам, тиранозавроидам, да. Ну, а вот с этими должен разбираться нормалек так. Он неплохой, наверное, уничтожитель травоядных. Хотя сквозь щит, не сквозь броню, тут был удар. Так, секодонт имеет иммунитет, давайте усилимся, может выживем. Но он неплохо себя бустит постоянно. Ах ты ж, гаденыш ты. Но пробил, пробил. Слабовато как-то он держится. Так, диларанчик.
двойной урон. Вот Секодонт очень, кстати, похож на нашего Диноса. Эпический Секодонт. Триастроникс. Барионикс плюс Постиметродон получился Триастроникс. Ну как-то странно это название, да? Не очевидно с названия, что он за рыба. Так, ну вот такой вот у нас тут парниш. Да ладно, по барабану, мы всегда начинаем с Триастроникса. У-у-у, здесь такие уже три противничка. 10, 11, 12, да, по-моему? Давайте обкатаем, обкатаем. Давай, мой друг. Скорость ему позволяет атаковать первым. Так, ну анимация какая-то короткая. Вот нету паузы какой-то. Ну ему надо вот так вот, как Барионикс. Ну да, точно. Это же Барионикс, спинозаврид. У них же у всех вот это косячное это усиление. Но оно на три хода, конечно, но... Ну вот я даже не могу его пробить обычным ударом после усиления. Только двойной удар. Ну, пока слабоват, конечно, слабоват. Да, не знаю, может выше 20-го он и посильнее будет. Но вот так вот как бы... Ну, никак. Я его не могу пробить. И, в принципе, каюк мне, скорее всего. Ну да, мало жизни. Мало. Вот это мне нравится. Ютазинораптор прикольный, да. Ударил нормально так с усилением, потом со снижением удара. Есть броня, есть опережающий парлич. Вот это, я понимаю, наборчик такой. Да, у него же иммунитет. Иммунитет. Ну ладно, все равно удар у нас мощный. Сквозь щит это не броня, у нас как раз-то броньки есть 15%. Может Рексик будет следующий, да? И мы его пробьем сейчас параличом как раз. Ой, он уже был. То есть Триастроникс, как бы его так хорошо использовать? Вроде как и скорость у него хорошая, и начинать с него можно. В случае, если мы на него подменяемся, какие преимущества он дает. Да вроде что-то как-то... Что-то я его, короче, пока не распробовал, ребята. Выбираем нашего Триастроникса. Делаем вот так. Блин, ну даже с критом, видите, как бы пробил не шибко сильно. Так, ну двоих, по крайней мере, он выносит. Но дело в том, что Раптор даже, по-моему, переживает за счет снижения урона, конечно. Так, ну тут он не переживет. О. Не, пережил, повезло. Крит не прошел. И это первый, да, раунд, где он пробил троих. 3339. Ну так было повеселей. Повеселей. Но у нас там есть, ребятки, оранжевая башенька, и там у нас ждет супер битва. Но Триастроникса там делать нечего. Так. Воу, Рексик. Рекс, Пекс, Фекс. Мне вот нравится зух, спина... Как, подождите? Спина-то зух, вот так. Неплохо так.
Мне, по крайней мере, заходит. Так, первый Рекс. Это значит и хана нашему, короче. Парнишке. Один удар, ладно, выдержим. Ну да, очень больно бьет Рекс. А вот эти вот удары с усилением, они на ну-ка накладываются. Так, ну вот это вот обычное усиление неплохо дает. Кстати, давайте-ка сейчас мы еще раз прочитаем, что оно дает. 50 к урону и 30 шанс к криту. Вот сейчас вообще должна быть дикая раздача. Ну, блин, не прошел крит. То есть у меня было два удара, которые усиляют удары и короче, и не усилили. Ай, ладно, надо было себя усилить. Вот тут крит просто так прошел. В подарочном варианте. Так, ну надо бить усилением, потому что кровотечение на Сикадонта не сработает, точнее Димитродона. О, и тут крит, смотрите, ничего себе, криты как раздает. Наш крит круче. Хотя шанс всего лишь 20%. Фартит нам. Ну и тут удар с подменой. Ну ладно, не будем его использовать. Вот такие вот дела, ребята. Так, теперь давайте зайдем к нашим тварям. И вот этого парнишку изменим на вот этого, что ли. Так, сколько там у тебя житла? Кто мне тот самый жирный? 3600. Ну, кстати, нам его-то нужно будет прокачивать, да? Давайте качнем его на 20-й. Может, он нам как-то поможет. Потому что он нам нужен для следующего гибрида, ребята. Так, он у нас уже стал... трикозавр. Что нужно нам для трикозавра? Нужен тиранозавр. Ну, давайте и тирекса качнем на уровень. Так, ну нам еще один рывочек, ребятки, и мы сможем, мы создадим в следующей серии трикозавра, походу. 40 тысяч, ладно, пока больше не буду тратить. Давайте я вам теперь покажу, с кем нам предстоит посражаться, ребята. К сожалению, всего лишь одна попытка, но давали бы две попытки. У нас два 30-х уровня, ребятки, это у нас... Димитродон второго поколения, у него есть иммунитет, и это большая проблема, потому что у него сила удара 1200, в принципе, не такая уже она большая, но она идет и сквозь щит, и сквозь броню. Да, то есть первый удар у него будет сквозь щит, а второй удар будет сквозь броню. Так, 112. Нужно взять какое-то существо сбронированное, да, а на второй ход, кстати, вот, который может поставить щит. А ну-ка. Вот первый удар. Один урон. Ну, кстати, можно попробовать начать с Секадонта. Ой, с Стегадея. Блин, 107, а тут 112. Ё-моё, не подходит. Хотя нет, первый удар можно пропустить, он не такой больный будет. Да. А потом можно... Ну, блин, ну анкетрозавр, ну что он может? Одинарным ударом бить только по 700 и контратаку в полудара отдавать, потому что как бы больше ничего не может такого, а 5000 жизни как бы так просто не собьешь. Вот даже не знаю, ребята, чем да как тут воевать. Ну что ж, будем идти как-то. Ну, с Рексом проблем нет. То есть у него удар сильный, но его как бы можно занерфить, снизить ему силу урона. И там будет все в шоколаде.
И запарализовать его можно. Не знаю, вот как-то так попытаемся пойти. Кого я выбрал? Чё я выбрал? Тут вопрос, как бы, все к Эдантозавре. Чем мы будем его убивать? Так, и у нас появился первый Рекс. А вот с Рексом как раз-то можно разобраться и другими способами. Так, что там у Рекса? Блин. А, нормально, пробил. Так, ну у нас еще есть, скажем так. Давайте бьем вот так вот. Он нормально сейчас снимет его с него. А теперь попробуем избежать этого удара. О, ну это нам просто фартануло, ребята. Просто фартануло. Я-то думал, сейчас мы тут будем такие стратегии какие-то проворачивать. 2 30-х завалил. Не получить практически никакого урона, Индораптор. Ну, блин, ну я вот хотел бы, чтобы эти вот такие вот сражения можно было переиграть. Ну, какие-то за $5 там, допустим. За какие-то адекватные деньги. Интересно же попробовать разные комбинации. Так, ну 12 тысяч. Блин, у меня 40 тысяч ГЦ-Аптерикса. Куда мне его засунуть? Так, раптора немножко насыпали, это хорошо. Урхозавр. Тенентозавр. Да, у меня что-то их вообще какая-то беда. Это мой самый, наверное, нищебродский, непрокачанный динозавр. О, ипа, и стигемолохи, кстати, тоже. Тоже не помешало бы нам, чтобы их насыпали. Вообще, мне лимит собран, да, только долларов не хватает. Ну, короче, ладно, ребятки. На этом, в общем-то, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.